Приветствую, коллеги, это аналитика валютных рынков от компании Tikmiva, с вами я, Артур Изятуллин. Ну что ж, вчера у нас по фондовым индексам в США вначале был позитивный старт, который сменился затем на агрессивные продажи. Вчера мы можем видеть, что у нас индекс S&P 500 поднялся выше отметки в 3400 пунктов, затем последовали агрессивные продажи, у нас рынок поддался уговорам продавцов и снизился все-таки. Сейчас на рынке у нас может набирать популярность такая точка зрения, что законодатели в США, это у нас ФРС и Конгресс, получается, они не смогут задействовать монетарную и фискальную поддержку экономики до президентских выборов. То есть, если ожидалось, что вот сейчас вот фискальное стимулирование, которое закончилось в августе, быстренько у нас договорятся республиканцы с демократами о новой сделке и поддержит рынок, экономика не успеет растерять этот импульс, да, весь набранный позитивный, дальше у нас будет расти, поддерживая, соответственно, настроение на фондовом рынке, но не тут-то было. У нас сейчас базовый сценарий по фондовому рынку, по фондовым индексам США в том числе, это у нас консолидация, и как раз-таки она у нас кейс в пользу консолидации укрепляется потому, что по фискальной сделке у нас прогресса нет, а с экономики поступает все больше негативных сигналов. Вчера я писал о том, что у нас республиканцы хотят принять очень скупой, очень экономный пакет, фискальный пакет для поддержки экономики размером всего лишь в 300 миллиардов долларов. Если вы помните, там суммы шли там что-то о 2 триллионах, об 1 триллионе долларов, да, переговоры шли. Сейчас демократы у нас продолжают настаивать на объеме в 2 триллиона долларов, в то же время у нас постепенно планка у республиканцев снижается, они хотят продолжить экономике все меньше и меньше получается денег, все меньше и меньше поддержки. Очень было вчера важное голосование, получается, в Конгрессе по вот этому новому пакету фискальным объемом в 300 миллиардов. Естественно, голосование провалилось, естественно, его не приняли. Переговоры у нас по фискальной сделке окончательно заходят в тупик. Отдельно у нас сенатор уже открыто говорит о том, что да, возможно, вот после президентских выборов мы будем дальше решать, что же мы будем делать с вот этой фискальной сделкой, какой ее будет размер, когда мы будем одобрять и так далее. Это очень разочаровывает рынок, сразу хочу сказать. И, естественно, укрепляет кейс в пользу дальнейшей консолидации рынка. Поддержки, получается, ждать неоткуда для роста. Партийные представители у нас, соответственно, вместо того, чтобы рынок успокаивать, они у нас заняты взаимными обвинениями, обвиняют друг друга в безответственности по отношению к судьбам американских людей. Да, вот никаких конкретных деталей по поводу того, ну, что же ожидать у нас по фискальной сделке, они не дают. Если у нас индекс, получается, уйдет ниже 3300 пунктов, это вот очень важный уровень, который у нас отождествляется с началом более глубокой длительной коррекции. Если уход будет ниже, тогда стоит, возможно, рассматривать продажи. Сейчас консолидация, которую мы наблюдаем между уровнем в 3400 пунктов и 3300 пунктов, он у нас, ну, позволяет брать какие-то краткосрочные движения, но в целом вот эта консолидация, она, скорее всего, будет у нас продолжаться будет не одну неделю, потому что расти у нас не на чем. Сегодня внимание мое привлекло, естественно, релиз потребительской инфляции в США. Сразу хочу сказать, что реакция рынков по нему была небольшой. У нас вот можно видеть никакой волатильности, никакой большой изменчивости по индексу доллара не произошло, хотя было у нас значительное превышение инфляции, получается, прогноза. Базовая инфляция у нас выросла на 1,7%, прогноз был 1,6%, общая инфляция также у нас ускорилась. Почему нет никакой реакции? Вроде бы инфляция очень важный показатель, да, который должен двигать рынок, как это было раньше. Сейчас этого не происходит. Почему? Потому что, наверное, уже известно, что ФРС нас одобрил, принял новую концепцию по таргетированию инфляции. Таргетирует он среднюю инфляцию за какой-то период, не конкретный уровень, а среднюю за какой-то период.
Это допускает более терпеливую позицию ФРС по отношению к ускорению инфляции. То есть, если раньше ускорение инфляции – это сразу мысли, опасения, догадки о том, что ага, сейчас ФРС начнет постепенно нормализовывать политику, сейчас такого не происходит, инфляция свободно у нас ускоряется, как мы видим, а ФРС, естественно, ждет, пока она нормально, хорошо ускорится, да, вот ускорится так, что можно было быть уверенным, что она задержится на этих повышенных уровнях комфортных, и только потом уже можно нормализовывать политику. Вот, такие, вот такая вот сейчас у нас позиция по ФРС. И, естественно, усиление инфляции, да, которую мы наблюдаем, очень прохладную реакцию на рынке она встречает, и этому есть очень нормальное, хорошее объяснение. Однако, если мы в дальнейшем увидим то, что инфляция начнет постепенно охлаждаться, не доставать до показателей, это уже будет критично для рыночных настроений. Почему? Потому что по фискальной сделке у нас прорыва никакого нет, поддержки для экономики со стороны правительства нет. И если поступление сигналов у нас с экономического фронта увеличивается негативно, естественно, по рыночным настроениям это производит существенный удар. Также у нас удар по оптимизму, по рыночному оптимизму вчера произвел отчет по поставим по безработице. Если вы следили за ним, вас, наверное, также разочаровал, отбил охоту вставать в длинные позиции по рисковым активам. Почему? Это очень большой сигнал негативный по американской экономике, по рынку труда, который имеет большое значение, чем для американской экономики. Видно, что численность безработных у нас выросла. Выросло как и первичное число заявок, так и длительное число заявок. Если мы посмотрим на то, что у нас происходило в динамике, вот здесь у нас, получается, оканчивается фискальная эта сделка, ее действие, получается, ну вот предыдущая, да, получается, фискальная сделка, стимулирование оканчивается, и вот, пожалуйста, у нас рост, получается, безработицы постепенно, ну, начинает как бы проявлять себя, да, вот видно, что число безработных, получается, у нас растет. Естественно, это негативный сигнал, особенно в контексте того, что рынок сейчас лишается очень важной опоры. Это опора как раз-таки у нас ожидания по фискальной сделке, о том, что правительство примет, одобрит новую фискальную сделку, поможет экономике, поддержит ее в трудный момент, да, получается, но этого не происходит, негативные сигналы с экономики растут. Поэтому чувствительность рынка, в том числе к данным по пособиям по безработице негативным, она, естественно, повышается. Также важным вчера у нас событием было заседание ЕЦБ. На этой неделе я посвятил очень много времени, обзоров и статей, обсуждению того, что же у нас будет с евро после заседания ЕЦБ. Базовым прогнозом по евро-доллару у нас был, вот здесь, как мы видим, у нас был рост, получается, европейской валюты по отношению к доллару. Почему? Потому что, как мы знаем, ФРС у нас уже четко определила, как она будет таргетировать инфляцию. Показала она у нас, дала понять, что не будет долгое время, длительное время повышать ставки, нормализовывать политику. От ЕЦБ такой информации не поступало. К тому же, вчера неожиданно для всех у нас ЕЦБ неожиданно пересматривает прогнозы по инфляции на 2020-2021 год, пересматривает прогнозы вверх. Естественно, это поддержит у нас, это увеличивает склонность ЕЦБ, точнее снижает склонность ЕЦБ смягчать политику, получается, дальше снижать процентные ставки. И это, как мы знаем, позитивный сигнал для евро на фоне общего ослабления доллара из-за ФРС. Естественно, это означает дальнейший рост ралли, получается, пары евро-доллара, как раз-таки вот, ну, потому что у нас дивергенция происходит в политике между ФРС и ЕЦБ. И вчера у нас ЕЦБ подчеркнуло, что пока не собирается наследовать за ФРС, считает, что спрос в экономике будет расти. Инфляция также у нас будет расти более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. И это у нас, еще раз повторюсь, укрепляет кейс, повышает вероятность в пользу того, что пара евро-доллар у нас продолжит рост. В общем, в среднесрочной перспективе у нас по евро-доллару у нас остается повышательная тенденция, несмотря вот здесь на
ослабление движения вверх, становится у нас более вялым, но движение в канале, скорее всего, у нас продолжится с целью ближайшей в 1.20, а там уже дальше будем ждать прогнозов, сигналов на пробой верхней, получается, трендовой линии, верхней границы канала с последующим ростом до уровня 1.25. Ближайшая же цель у нас остается уровень 1.20. Вот, это все, о чем я сегодня вам хотел рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы, или вы хотите сделать отдельный комментарий, пожалуйста, не стесняйтесь этого делать. Если вам понравилось это видео, можете поставить лайк. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте в профи.